На реке Колыме у Зырянки уровень воды достиг отметки 773 сантиметра. Это на 3 сантиметра выше критической отметки. Ожидается, что в ближайшие сутки сформируется максимум, и рост составит 5-10 сантиметров. А на реке Березовка у села Среднеколымского района с одноименным названием продолжается подъем уровня воды 1125 сантиметров при критической отметке в 1000. Дополнительный подъем воды в ближайшее время составит 5-15 сантиметров. Там за сутки спасателям оказана адресная помощь 8 семьям в перевозке имущества. Проведены работы по переносу на возвышенность 10 тонн продовольствия со склада Якутопторг. Всего необходимо вынести из зоны подтопления 40 тонн. Мероприятия по обеспечению всем необходимым населения продолжаются в полном объеме. Ситуация находится на контроле Егора Борисова. Сегодня подтоплены все 34 дома, детский сад, больница, клуб, администрация, котельная. Сегодня работают также работники администрации, 3 человека, по подготовке документов, ну и, соответственно, по подсчету ущерба будут работать впоследствии. Там в Березовке развернут штаб на местном уровне питания и так далее. Медицинский пункт все развернут в ЭКО-пункте на верхней площадке.